По версии Vogue, одежда из кожи рептилии – это холодное оружие, которым вы сразите всех наповал в этом сезоне. Так пусть так и будет. Сегодня главное предложение только сегодняшнего дня под рептилию. За 14 999 рублей за дубленку с натуральным мехом. А внутри у нас что, Леночка? Внутри у нас натуральная верблюжья шерсть, которой вы в буквальном смысле сможете прикоснуться своими руками и почувствовать ее легкость и невесомость. Верблюжья шерсть – один из самых дорогих утеплителей на Земле в целом. И уважают верблюжью шерсть за то, что это комфортное сухое тепло. Это отвод лишнего жара. Особенно сильно вы это почувствуете, когда будете с улицы заходить в помещение. При этом все-таки это произведение искусства. Эта дубленка, она создана для того, чтобы вас переместить в мир люкса. Портретная зона украшена натуральным мехом кролика. При желании вы мех легко можете отстегнуть. Он стыкуется с воротником-стойкой на потайные пуговицы. Посмотрите, фурнитура роскошная, выглядит как броши. Застегивается у нас дубленка на молнию, молния реверсивная, удобство в транспорте. И сверху планка, которая фиксируется на кнопке. И вот эта фактура кожи аллигатора – это, опять же, абсолютный эксклюзив. Это та фактура, благодаря которой вам будут оборачиваться вслед. Здесь, кстати, очень сложная тоже технология, основа из эко-замши, на которую с помощью трафаретной печати нанесен принт, имитирующий нам кожу аллигатора. Бежевый цвет сейчас на ваших экранах – это самый светлый оттенок. Еще есть цвет капучино, очень благородный, вкусный оттенок. Черный цвет, мы вас слышим, мы знаем, что вы любите немаркие оттенки для зимы. Есть черный, есть темно-коричневый и серый цвет. 5 цветов на выбор, скидка 37%, и с учетом скидки цена 14 999 рублей, ну и бесплатная доставка в любой регион России. Новая дубленка с натуральным мехом. Идеальное предложение. Давайте выберем размер от 50 до 62. Леночка, вот скажи, пожалуйста, когда мы выбираем размер верхней одежды, может быть, сразу побольше, а? Чтобы не тесно было? Вот ты знаешь, Оль, здесь мы можем с вами смело забирать четко размер в размер, потому что нам дизайнеры подарили прямой крой, который дополняется свободой прилегания. Но опять же, такие вещи разлетаются просто моментально. И если вас, например, опередили и ваш размер уже забрали, не беда, смело забирайте на размер больше. Просто линия плечика будет спущена буквально на пару миллиметров. Это не критично. Ой, шикарная дубленка, я прям маму свою представляю в этой дубленке, не только себя, свекровь свою. Кстати, она к нам приезжает опять на Новый год. У нас уже традиция, такая теплая семейная традиция. Лет 10 назад мы ей дарили также на Новый год. Она приезжала в Москву, поехали с ней на рынок, купили ей дубленку хорошую. И вот она говорит, мне бы уже другую дубленочку. Намекает, понимаешь, что нужно бы уже обновить, потому что старая надоела. И она говорит, уже возраст не тот, чтобы такую тяжесть на себе носить. Ты знаешь, Оль, вот здесь как раз тот случай, когда абсолютную невесомость вы будете ощущать. Нет вот этой тяжести, которая у нас часто ассоциируется именно с дубленками. Благо 21 век на дворе, и технологии не стоят на месте. За невесомость здесь как раз отвечает верблюжья шерсть, которая, напомню, простегана. Наша дубленка с внутренней стороны. Ну и, конечно, особого внимания заслуживает выделка с внешней стороны, которая имитирует нам кожу аллигатора. Вообще, вы знаете, если мы будем так прям с вами углубляться в историю моды, то изначально из кожи аллигатора дизайнеры делали сумки. И такие сумки, ну вот просто в миниатюрном своем исполнении, ценник начинается от 100 тысяч рублей. Вот я для вас сделала подборку с модных подиумов, чтобы вы убедились, что действительно выделка под кожу аллигатора – это то, что пользуется невероятной популярностью у дизайнеров из года в год. Это статус классики и статус именно роскоши в вашем арсенале. Ну что ж, посмотрите, какая вы будете незабываемая женщина в дубленке Рузана. Еще раз окинем взором все цвета и светлые, и темные оттенки. Наверняка вы уже определились. А теперь закройте глаза и представьте себя. Вы уверенная в себе женщина. Понятно, что вы хотите. Самое роскошное –
Такой женщине, знаете, хочется подойти и сделать массу комплиментов и сказать: «Боже, как вы красивы, извините». Женщина спросит: «Где вы купили такую дубленку, не подскажете?» Но такие вещи не продаются в магазинах, и вы должны четко это понимать. Если бы это был натуральный вариант кожи аллигатора, вот правильно Леночка сказала, сумочка Дольче & Габбана из аллигатора, сколько она стоит? 1600-700, маленькая такая, малюсенькая. У нас 14 999 рублей. Элитное предложение со скидкой 37%. Позвольте себе лучше. Вы этого заслужили. Слушай, вот знаешь, вот, например, моя тетя, да, вот когда заказывала себе дубленку из Дубая, тоже была красивая дубленка, но она не смогла ее долго надевать, она ее потом перепродала за хорошую стоимость, еще с этого деньги сделала, понимаешь? Бизнес никто не отменял, да? Она говорит, очень тяжело было носить, натуральная овчина, тяжелый очень. Хочу тебя спросить, вот здесь у нас верблюд натуральный внутри, да? Насколько он будет хорошо согревать, так же, как овчина, например, а? Ну, во-первых, верблюжий шерсть славится именно своими теплосберегающими свойствами. Здесь температурный режим, вы видите, указан на экране, до минус 20 градусов. Но это если мы с вами выбираем для себя футболку и сверху набрасываем дубленку. В целом, при комбинации с текущим гардеробом, там все минус 25, а то и минус 30. Также технологи очень уважают верблюжий шерсть за легкость, потому что это один из самых легких утеплителей. Нет вот этого ощущения груза на плечах, мы не устаем к концу дня, а наоборот, сохраняем свое именно приподнятое настроение. Ага. Давай с тобой, знаешь, прямо сделаем эксперимент. Видишь, вот подбрасывай, не бойся. Смотрите, и ты легко ее можешь поймать. В советское время, когда мы до работы дошли, уже устали, да, потому что дубленки были такие, ой-ой-ой, тяжелые, нам казалось, что так и должно быть. Друзья, смотрите, сегодня вы выбираете легкое, но очень теплую дубленку. Давайте посмотрим еще раз кармашек, увидим. Вот согласись, Оль, приятно, да? Что у нас есть в буквальном смысле открытый доступ. Мы своими руками можем прикоснуться к верблюжьей шерсти, почувствовать ее вот эту невесомость, легкость. Ну и, конечно же, все это в комбинации еще и с эффектом кожи аллигатора – это произведение дизайнерского искусства и забота о вашем здоровье. Да еще и посмотрите, натуральный мех кролика. Эксклюзивная работа. Знаете, когда натуральный мех добавляется, все сразу, по идее, удорожание должно быть десятки раз. Вообще такое пальто, дубленка будет стоить в магазине 1050, не меньше. Внутри натуральный верблюд, который будет чувствовать температуру вашего тела, когда нужно согреть, когда слегка охладить. Это идеальное предложение. Если бы вы мне сказали: «Оль, какую, что бы ты больше предпочла, овчину или верблюда?» Конечно, верблюда, потому что, знаете, в торговый центр, когда зайдете, жарко не будет, а согревает он во как. Берите главное предложение дня.